Выходим отсюда. Процесс окончен. Удаляемся, пожалуйста. Ну, это абсолютно какое-то беззаконие. Мы сегодня наблюдали. Судья Дударь в очередной раз доказала, что она полностью выполняет любые приказы. Следствие, прокуратура или кого-то еще свыше. А абсолютно невиновную Лилию Чанышеву держат уже... Они собираются держать ее целый год в СИЗО. То есть 9 ноября прошлого года ее арестовали. И до 9 ноября этого года сейчас ее оставляют в СИЗО. Заседание закрыли. Я супругу не вижу 10 месяц. И считает, что там какая-то может быть тайна, и при том, что следствие, скажем так, на сегодняшний день уже закончено, и супруга знакомится с материалом дела, и я свою супругу не вижу, хотя бы вот на это краткое время, во время суда, жену увидеть, и то не смог. Нас просто взяли и выкинули. Такое издевательство, когда человека в 5 утра вывозят из СИЗО, у него ни еды, ни воды, ничего ему не дают, и целые сутки, вот сейчас уже суд закрылся, то есть с самого утра, с раннего утра до позднего вечера в автозаке, в маленьких комнатках в судах, в железных каких-то конурах вот этого автозака перевозка, по холодной улице, на холодной Москве их возят, а потом говорят, а что это за проблемы со здоровьем? Почему появляются какие-то болячки? Да потому что такое отношение, прям реально издеваются над ним. Я могу сказать, что с супругой мы познакомились еще в 2017 году. Вместе с ней больше 5 лет. В прошлом году мы создали семью, чтобы стать родителями. Она прекрасная женщина, сильный человек, с сильным сердцем. Я верю в то, что она будет на свободе. И она не одна, у нее есть я. И кроме того, у нас есть миллион людей, которые ее поддерживают. Поэтому, друзья, давайте сплотимся рядом с ней, чтобы она чувствовала нашу поддержку.